Welcome. What is it? Very well. Let me. Farewell, good hunter.
это выглядит как дверь к боссу, не знаю. Или нет. Или срез. Дверь к боссу или срез. Пароль. Это не то, не то. Это, видимо, что-то продолжение пути по сюжету. Ладно. Обидно было. Зритель, ты играл в Bloodborne? Сам. Спасибо. Ну да, я так и предположил. Надо чуть-чуть, блин, прокачать левел, чтобы не жалко было к этому самому боссу идти. Всирательный.
Welcome. What is it you desire? Вот оно что. Ну да. Very well. Let me... Ну не знаю, просто секиру качать... Стоит ли? Farewell, good hunter. Потому что, думаю, подняв левел на силу, потом смогу купить себе другое оружие, типа его лучше покачать. Чё? Ну не знаю, может быть и секиру стоит покачать. Так, у меня сейчас нет душ, по сути. Поэтому можно... пойти кое-что попробовать. Подраться с кровососом, кровоглотом. Понятно. А я... Да, я ее последний очень откачал. Пойду отхватывать от босса. Вчера 3 раза ему слил. Где мои души? А вон они, кстати, лежат даже. Наверное, парировать, блин, но это вообще не моя сильная сторона. Thank you.
спросим. Своих? Оружие? Один день до 35-го левела, это мощно. Я уже как бы 3 недели играю. Примерно там. Блин, первая фаза ведь должна быть легкая. Почему я так считаю? Вчера даже лучше было. Жалко, что бежать далеко. Ну, это же будет как-то нечестно. Не знаю. Я так, наверное, не научусь тогда драться с боссами. Буду полагаться. Более сложных придется кого-то перебивать. Блин, в каком? Не убился. Да.
ребята. Наверное, просто кувыркаться нужно. Так вот. Я вот за спину запрыгиваю. Аптечек. Ну да, дает шанс. Да, но это машет он жестко. Не могу предугадать вообще пока что. Не могу привыкнуть к тому, в какие стороны он дергается, в какой момент он это делает. В общем, надо задрачивать. Надо, но, блин, надо бежать. Спасибо, что смотрел.